Всем привет, и сегодня я вам покажу глич, связанный с магазином, заправкой, который находится вот здесь вот, за городом. Вот, заправка, магазин. Глич, связанный с кассами. Сейчас я вам все покажу и объясню, как все работает. Для начала берем оружие, заходим в магазин. Убиваем продавца. Сразу же звоним Лестеру. Так, где он тут? Вот он. Hey there. What can I help you with? Так, снимаем уровень розыска. Okay, okay, I'll get you out of trouble. Все, теперь идем к кассе. No, очищаем кассу. Причем лучше всего сначала именно так сделать. Подойти, то есть нажать вправо и обчистить кассу. Эту просто вырубаем. Так. Там с той стороны деньги, похоже. Так, все, кассы обчищены. Теперь выходим из магазина. Идем вот сюда. Оббегаем вокруг колонок заправочных. Блин, заговорился. Оббегаем вокруг заправочных колонок. Возвращаемся обратно в магазин. Смотрим. Оп, продавца нет. А кассы снова целые. Сшибаем обе кассы. Раз. Два. Так, вот денежка. И вот. То есть, понимаете принцип действия? То есть, опять выходим. Делаем кружок вокруг колонок. Возвращаемся обратно в магазин. И вуаля, опять кассы целые. То есть, это можно делать бесконечно. Абсолютно. Я, конечно, понимаю, что деньги небольшие. То есть для GTA Online тут вообще все дорого, то есть тут этого слишком мало, но для новичков, я думаю, как раз пойдет. То есть грабить магазины несложно, это не требует особых умений. То есть как-то вот так вот, не нужно ничего там, то есть нужен пистолет или оружие, можно даже, наверное, в рукопашку, наверное, грабить. То есть вот так как-то это работает. Да, деньги небольшие, но это зато халява, не надо ничего проходить. Все довольно-таки просто, вот такой вот глич на деньги в GTA Online. Всем спасибо, всем пока. Всем привет, и сегодня я вам покажу глич на опыт, легкий фарм опыта для новичков. Как видите, я уже набрал розыск. Вот тут есть такое место хитрое. Находится оно вот здесь вот на карте. Это недалеко от пляжа, вот прям здесь. Куда после того, как вы набрали розыск, у вас уровень розыска, как вы сюда залезаете, через какое-то время, достаточно вам не двигаться и прижаться к стене, уровень розыска пропадет. То есть вот так вот. И для новичков, в принципе, очень простой фарм опыта. Натворил что-нибудь, то есть набрал там пару звезд там, или звездочку, сюда пришел, залез и подождал, пока уровень розыска пропадет. То есть и опыт набирается. Будет набираться потихоньку. То есть для тех, кто играет, но, то есть для новых игроков это будет, в принципе, неплохой глич такой, очень легкий на опыт. И это будет, в принципе, тут ничего сложного нет. Просто набираешь уровень розыска, приезжаешь вот сюда, вот это место. Залезаешь за забор и сидишь, то есть не двигаешься, прижался к стенке и сидишь, ждешь, пока пропадут копы. Они сюда залезть не могут вообще никак, то есть и поэтому, вот видите, все, как бы, копы пропали, потому что они попасть сюда не могут, они вас вроде бы и не видят и не слышат, как бы, вроде бы вы здесь, а вроде бы и нет. Так что вот такой вот простой глич на опыт для новичков. Пользуйтесь, играйте в GTA Online и побеждайте. Всем спасибо, всем пока.
I've done all these 100 times. I'm good at it. I cover up crappy tattoos, too. Aerial marketing. It's underrated, believe me. Just wait till you see the crowd show up. Good work.
Shit is wavy. I got some nice. Talking to you live from? You don't need to know where. This is your truck, a vehicle I designed and assembled, from the keyboards to the codes the systems run on. We should have everything in here we need to take down any score we want. To the rear, you've got space for a specialized vehicle workshop. Installing one will allow you to modify an Oppressor Mark II, should you want to. I mean, it's just a flying bike with twin machine guns, but I guess that's not everyone's bag. We could put a weapons workshop over here. For the kinds of jobs I have planned, you're gonna need some serious hardware. But I understand if you want to wait and see. The workshop would allow you to buy and upgrade a range of weaponry into superior Mark II variants. Or make them look pretty, if that's what you're into. Now, that big touchscreen in the center of the room is where you should really be looking. We'll QB everything we're doing from there. So, log on when you're ready. And I'll talk you through it. Всем привет, и я хотел бы поделиться такой забавной штукой, которую я нашел относительно недавно в GTA 5. Я обычно
Раньше часто играл, сейчас играю чуть меньше, но временами, когда прям вот играешь довольно-таки долго в GTA, замечаешь странные всякие вещи, которые, в принципе, какие-то забавные, какие-то смешные, какие-то вообще нелогичные. Так вот, суть в чем? Я нахожусь вот здесь, около полицейского участка. Так, вот я здесь. Вот, видите, двух полицейских. Они стоят просто, пьют кофе вроде бы. И вот мы, я играю за Майкла. Сейчас, в данный момент, купил вот такую вот машинку Осирис и прокачал ее на максимум. Но это тоже не важно. Но делаем вот что. То есть, даем сигнал. Один. Ничего вроде бы не происходит. Два. Вроде бы ничего не происходит. Три. Видите? Они бросили кофе. И уже обратили на нас внимание. Еще раз. И еще раз. Охренеть, да? И нам дают копов только за то, что мы стоим около полицейского участка и бибикаем. Просто, я не знаю, самая нелогичная хрень, которая случалась в GTA. Или, я не знаю, это довольно-таки забавно получается, когда стоишь, никого не трогаешь, не стреляешь ни в кого, не провоцируешь, не убиваешь, не врезаешься. Просто стоишь или бибикаешь, и тут на тебя направляет пистолет. Очень забавный момент получается. Ну, такая вот забавная хрень, которую я нашел в GTA 5. И решил поделиться со всеми, кому интересно. Ну, все. Играйте в хорошие игры, не болейте, и всем удачи, всем пока.
Ну понятно, ну. Давай, давай. 3, 2, 1.